Говорит Москва. Московское время 8 часов. Открыть гастроном, начинаем работать. Купил своей ворованной колбасой все правительство. Окружил себя защитниками, словно китайской стеной. Звони мне в любое время, дня и ночи. Беркутов. Это и есть наша показательная фигура. Ты понимаешь, Георгий, что они на тебя нацелились? И выше. Ну, директор, ну, приворовывает. Каждого в торговле можно в любую минуту посадить. Остановить их надо. Остановить. На все рычаги нажать, но... Мы еще с тобой повоюем, рано еще. Станем плечом к плечу, как русские витязи. Вы, Николай Иванович, Римина предали, а следующим предадите меня. Вы же Беркутов Георгий Петрович? Да, это я. Вы арестованы.